Друзья, всем привет, на связи бизнес-грузчик. Сегодня встретился с Евгенией. Она работает в сфере услуг, именно в сфере юридических услуг. Как вы все знаете, я как раз эксперт в сфере развития бизнеса через доску объявлений Авито и решил ей задать несколько вопросов, вообще пользоваться ли она доской объявлений Авито, или для нее это, например, темный лес, или вообще хотела, потому что если она не пользуется доской объявлений Авито, то она теряет очень-очень много клиентов и, соответственно, теряет деньги. Вот. Теперь спросим у Евгении. Вообще, что она знает о доске объявлений Авито и вообще пользовалась, и какой у нее вообще есть опыт, и откуда она все-таки привлекает своих потенциальных клиентов на свои услуги. Да, Максим, привет, ребят, приветствую. Авито. Все, что я о нем знаю, что там можно, да, действительно размещать объявления, и раньше я этим пользовалась. То есть как раньше? То есть когда я только начинала как только передо мной встал вопрос, что может мне дать какую-то рекламу, первое, да, что на слуху, это Авито. Что сделала я? Зашла на Авито, зарегистрировалась, подала объявление и села ждать, да, когда же ко мне пойдет поток клиентов. Вот, потока клиентов я не дождалась, наверное. Вот сейчас мне стало очень интересно, что же я сделала неправильно. То есть действительно я, как бы, грубо говоря, я просто разместила объявление. Хочу спросить, то есть ты выложила объявление, и оно у тебя месяц провисело, и, в принципе, оно благополучно закрылось, и ты больше не продлевала ни платные услуги, не подключала, не пользовалась иными инструментами, вообще ничего не делала? Нет, вообще ничего не делала, Максим. То есть, да, действительно, оно закончило свое действие, но как бы и все, забыла. То есть пара клиентов, по-моему, с Авито ко мне пришли, но как бы это не тот выхлоп, будем говорить, да. Который ты ожидала? Да, не то, что не ожидала, наверное, даже просто пробный период, то есть не выстрелил. Все, забыла, пошла дальше по другим площадкам. Хорошо, я понял. То есть для тебя показалась площадка нерентабельной, так скажем. Да, ну, и ты не стала разбираться, правильно ли ты там размещалась или неправильно. Все верно. Как здорово, что я встретила тебя. Может, да, ты мне, наверное, подскажешь. Действительно, может, правда, это не так работает. Понятно. То есть, да, конечно, я хочу вот Евгении дать рекомендации, чтобы... Кстати, а вообще тебе нужны новые клиенты или ты и так в достатке, в принципе? Ну, новые клиенты, как новый опыт, не помешают никогда, да, как бы, если это интересная проблема. Да, юридическая, то есть это же развитие. Нет, я имею в виду в финансовом плане, то есть хотелось бы больше получать клиентов и, соответственно, больше зарабатывать. Я думаю, что да. Интересен вопрос. Хорошо, тогда я хочу дать, как эксперт в сфере Авито, хочу дать Евгении пару-тройку рекомендаций. Во-первых, первая рекомендация будет такая, что нужно сделать обязательно фотосет. Фотосет, вот, кстати, ты очень хорошо сегодня выглядишь, вот в таком... Да. В такой одежде отлично у тебя получится хороший фотосет. Вот. Далее, что тебе нужно сделать, это обязательно оптимизировать твое объявление. То есть, что это такое? Это ты должна в именно объявление написать много ключевых запросов по твоим именно услугам. Ты должна там прописать юрист для бизнеса, бизнес-услуги, консультация там, юриста и так далее, и так далее. То есть, что именно в поисковиках ищут твои клиенты, то есть, как они могут тебя найти. Вот это обязательно нужно прописать. Далее, нужно прописать грамотно заголовок. То есть ты какой заголовок писала? Юрист для бизнеса. То есть у тебя конкретно есть, был, да, юрист для... А ты, например, смотрела, какие запросы твои целевые люди, ну, запрашивают? Нет, не смотрела. Этот вопрос. То есть тебе можно... Действовала наобум. Да, наобум действовала, понятно. То есть тебе что нужно было сделать? Нужно было на Wordstat зайти, такой, знаешь, подбор слов от Яндекса. Не знаю. Ну вот, возьми на заметку, то есть есть подбор слов от Яндекса, то есть что люди больше запрашивают в поисковиках, то и нужно обязательно ставить в заголовке. Мне кажется, вообще самый лучший, наверное,
заголовок будет «это просто юрист». То есть это без утяжеления заголовка, без всяких разных, там, например, ты бы написала «великолепный юрист», это же уже не так бы было, ты бы уже ниже конкурентов висела. А когда ты просто написала «юрист», да, тогда людям понятно, и твоя целевка как бы заходит. Вот. И самая главная тебе рекомендация в продвижении твоих услуг на Авито, это то, что ты можешь размещать большое количество объявлений с одного компьютера по разным городам. То есть вот у тебя, ты, наверное, только в нашей области размещалась? Да, только здесь. То есть я о таком даже не слышала. Вот, ну и понятно, почему у тебя не было почти клиентов, потому что ты размещалась только в одной области, в одном городе. А твои услуги подразумевают именно работать на аутсорсе с любыми городами России и не только России. Если ты знаешь, соответственно, английский язык или другие языки, то ты можешь работать, соответственно, по всему миру. Но Авито, то есть на Авито можно размещаться только по России. Это все знают. Вот, и тебе нужно было сделать, то есть мы сейчас проговорили, что ты оптимизируешь объявление, прописываешь заголовок, классная картинка у тебя. Далее, что нужно сделать, это просто сделать много объявлений и дать их по разным городам. То есть Москва, Санкт-Петербург, Казань и так далее, Киров и так далее, и так далее, и так далее. То есть тем самым ты расширишь охват, то есть тебя больше будет просмотров твоих объявлений, и, соответственно, больше тебе будет звонков. То есть это обязательно я тебе рекомендую внедрить вот буквально на днях, и ты получишь большой поток клиентов. А, кстати, хотел еще тебя спросить, а слышала ли ты когда-нибудь о такой механике размещения на Авито, как постинг? Ни разу к ним не слышала. То есть, действительно, наверное, столько новых слов сегодня я себя услышу. Я вообще сегодня открываю, как говорится, новые слова и новые механики. Давай я тоже тебе объясню, что такое постинг. Постинг – это такая механика на Авито, когда ты размещаешь большое количество объявлений с одного аккаунта, тем самым Авито тебя не банит. Ты можешь запощивать, например, юридические услуги любого города, так как ты эксперт в этом. Вот. И, соответственно, человек, открывая Авито, запрашивает запрос «юрист», и там только твои объявления висят, ну, в выдаче. Соответственно, больше варианта, что тебе новый клиент позвонит. И, соответственно, ты его закроешь и заработаешь деньги с него. Вот. Такая механика интересная. Я даже не задумывалась об этом. Не задумывалась. Вот, друзья, хочу сказать, что многие ребята, девушки и мальчики, так скажем, да, не размещаясь на Авито, теряют клиентов в бизнесе, на услугах, на товарах, то есть можно и так запускать этот бизнес, вот, и тем самым теряют деньги. Я рекомендую начать разбираться в этом направлении, начать размещаться в этом направлении и получите колоссальный результат. Друзья, кто хочет этому обучиться, сейчас как раз разрабатываю курс 9 схем запуска бизнеса через Авито. Он подходит как и новичкам, так и уже опытным пользователям, и я думаю, только он улучшит ваш доход в вашей сфере, которую вы продвигаете. Вот. Так что ж, Евгения, да, обязательно внедряйте все мои рекомендации. И можете, да, и можете рассказать друзьям. Вот, друзья, если ролик был вам интересен, обязательно также разошлите друзьям, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. А с вами был бизнес-грузчик Алакшин Максим. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.